Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с такими материалами, как алюминиевая пудра, она же серебрянка, медная пудра и бронзовая пудра. И также нам понадобится жидкое стекло. Всем приятного просмотра! Досмотрите ролик до конца, поставьте заранее по лайку. Возьмем с вами три пустых пластиковых стаканчика, по две ложечки насыпем в каждый. Теперь медную пудру. Также две ложечки. И в третий стакан насыпем бронзы. Насыщенный цвет. Теперь в каждый стаканчик будем наливать жидкое стекло. Теперь нужно хорошенько все это дело перемешать. В общем, удалось размешать серебряночку. Вот такого она стала. Насыщенная бронза и медь. Подготовил кусок оцинковки. Сейчас нанесем на оцинковочку. И также на профильную трубу. Первым наносить будем серебрянку. Ой, наносится прям шикарно. Много даже взял, сразу можно нанести на оцинковочку. Смотрите, как хорошо наносится, прям шикарно. Причем этот металл не обезжиренный, ничего. Теперь возьмем бронзу. Тоже надо было вообще по ложечке развести для опыта. Также бронза хорошо наносится, смотрите как. Ну вот медь уже как-то непонятно. Все это дело оставим высыхать, посмотрим потом, как она себя поведет при большом нагреве. Итак, друзья, наша красочка подсохла, ну так называемая краска. Давайте мы сейчас оторвем скотч. Теперь возьмем газовую горелку и посмотрим, как себя будет вести краска. Серебрянка вон подсдулась на металле. Бронза. Да, вот смотрите, вот бронза, конечно, ну, немножко обугливается, чуть-чуть. Ах, горячо. Так, бронза хорошо, медь. На удивление, медь лучше всего делать, хотя тоже вон идет возгорание. Давайте посмотрим на оцинковочке, как покажет себя. То есть вот так она сдувается. То есть, как видите, показывают ролики, что она хорошо себя ведет. Как хорошее покрытие, но, к сожалению, это все фигня. Сейчас вот тут нагреем, прямо с обратной стороны посмотрим. Это красна. Так, видите, все стирается. Ну хотя вот в этой в меди просто жидкое стекло, видимо, испарилось. Здесь-то нет, вот серебрянка скучилась полностью. Вот просто если брать как покрытие, на металле бронза хорошо себя показала. Серебрянка, ну, довольно-таки устойчивая.
А бронза, видите, прямо здесь хорошо. То есть вот с бронзы, бронзой можно что-то еще покрасить. Но мне поразила вот медь. Смотрите, она выделила что-то белое. Но там, смотрите, осталось. То есть медь вообще шикарно. Бронза и медь. Медь вообще, смотрите, шикардос. То есть она и на царапание очень крепко. Интересно. Сейчас я на оцинковочке еще медь проколю, посмотрю. То есть то, что я просто скорябал. А так медь держится очень хорошо. Мое удивление. Так что, друзья, как покрытие, просто как покрытие, можно использовать и серебрянку с жидким стеклом, но она при нагреве, видите, вспучивается. Бронза, да, хорошо, и вот самая лучшая медь держится. Я просто показал вам, как есть, да, как вот материалы, как себя поведут при нагреве с жидким стеклом. А вы результат увидели сами, я ничего не скрывал, показал, как есть. А эксперимент, можно сказать, наполовину удался. В любом случае, любой опыт – это опыт. Я проверил, вам показал, а уже вы вынесете свой вердикт, годно это или нет. Вам же огромное спасибо, что смотрите, поставьте по лайку, напишите ваше мнение. Всего хорошего, пока-пока.